Всем добрый день! Вы на канале вязания от Ангелины Азимок. Сегодня у нас вот разбор такой шали бактуса. Вяжется простенько, буквально два рядочка, раппорт узора. Красивая обвязка. Я этой обвязкой очень часто делаю продолжение шали, для окончания, вернее, шали. А узорчик такой мы еще с вами не разбирали. При всем при том, что вяжется прям совсем простенько. Прям надо обязательно разобрать. Делаем петлю. И вяжем 5 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5. В первую петельку вяжем столбики с накидом. 1, 2, 3. 3 столбика с одним накидом и в последнюю петлю столбик с двумя накидами. В самом начале и в самом конце будем провязывать столбик с двумя накидами или 4 воздушные петли подъема. 1, 2, 3, 4 поворачиваем вязание. В столбик следующий вяжем столбик с накидом. 1, 2, 3 воздушные петли. Центральный столбик, у нас же есть их 5, столбик без накида. 1, 2, 3. Столбик с накидом. И столбик с двумя накидами в последний столбик, последнюю четвертую воздушную петельку. Вот, уже такая вот интересная идея у нас вязания есть. Идем дальше. 1, 2, 3. 4 разворачиваем вязание и в первый столбик вяжем 4 столбика с одним накидом. Расширение у нас такое будет. 1, 2, 3, 4. За воздушную арочку, которая у нас есть по центру, мы присоединяемся и вяжем столбик без накида. 5 воздушных. 1, 2, 3, 4, 5. Опять присоединяемся. И 4 столбика нам нужно провязать в самый первый столбик. Четвертую воздушную петельку. 1, 2, 3, 4. Это мы с вами связали веерок. Веерок. 2 накида в это же место в кауне. Мы провязываем столбик с двумя накидами. Вот. Все веерочки мы будем провязывать одинаково, как в самом начале. Сейчас я еще разочек покажу. Вот. И через раз у нас будет провязывание веерочков сверху и набор веерочков. Все. 1, 2, 3, 4 воздушные петли. Разворачиваем вязание. Повторяем первый узорчик, как мы с вами вязали. Столбик с накидом. 1, 2, 3 воздушные петли. В центре столбик без накида. 1, 2, 3. И у нас осталось связать 2 столбика. То есть мы каждый веерочек будем вязать вот точно таким способом и образом, ничего не меняя. Вот. Все вот так, как есть. Там, где арочка, мы провязали столбик без накида. И провязываем веерок наш. Столбик с накидом 1, столбик с накидом 2, 1, 2, 3 воздушные петли, столбик без накида в центральный столбик, 1, 2, 3, столбик с накидом и столбик с двумя накидами в четвертую воздушную петельку. Все время повтор. И шаль смотрится необычно, а вяжется достаточно просто. Всего лишь 2 рядочка повторяем. 1, 2, 3, 4 поворачиваем вязание. И набираем новые веерочки. В самую первую петельку вяжем 4 столбика. 1, 2, 3. 4. За воздушную арочку с
столбик без накида и 5 воздушных. 1, 2, 3, 4, 5. Столбик без накида. И в центральный столбик без накида вяжем новый веерок. 1, 2, 3, 4, 5. За воздушную арочку столбик без накида. То есть у нас было 2 веерочка. Теперь у нас будет 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5. Арочка воздушная. И в четвертую петельку вяжем 1, 2, 3, 4 и завершающий столбик с двумя накидами в то же самое место вкалывания. Вот так все просто. Ряд у нас будет веерочки и воздушные арочки. А следующий ряд провязывание веерочков. Вот, как мы уже вязали неоднократно. 1, 2, 3, 4. Столбик с накидом. 1, 2, 3. Воздушная арочка в центр. 1, 2, 3. И у нас остаются веерочки 2 столбика, которые мы также и довязываем. Столбик с накидом 1 и 2. Присоединяемся к нашей арочке. Столбик без накида. И продолжаем вязание веерочка. Столбик с накидом 1, 2. 1, 2, 3. В центр столбик без накида. 1, 2, 3. И 2 столбика. Ну, то есть вот тут вот такой прям повтор-повтор, который вязать, ну, прям очень просто. А получается необычно красиво. За арочку столбик без накида. И опять веерочек. 2 столбика. 1, 2, 1, 2, 3. Столбик без накида. 1, 2, 3. Столбик с накидом и столбик с двумя накидами в четвертую петельку. Вязать можно так бесконечно. На среднего размера шаль уходит 100 грамм, на большого размера шаль 200 с двумя накидами. Вот. Верх у нас остается уже достаточно красивым и ажурным. А как я обвязывала боковушечки? Много-много раз показывала. Давайте еще разочек. В первый столбик провязали столбик без накида. И набираем петлю Соломона. То есть вытягиваем петельку. В петлю протягиваем. Провязываем. 1, 2, 3 воздушные петли. И надо капельку провязать в центр. Провязываем столбик с накидом. 1, 2, 3. 3 воздушные. 1, 2, 3. Возвращаемся в центральное место вкалывания. И петля Соломона. Петля Соломона. Вытягиваем петельку. Проводим в центр. И провязываем столбик без накида. Пропускаем. У нас здесь столбики, а тут воздушные петли. Воздушные петли пропустили. За столбик сделали столбик без накида. И вяжем. Петля Соломона. 1, 2, 3. 3 столбика. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Вернулись. И петля, вытягиваем петельку примерно на сантиметр. Петля Соломона — это очень интересное вязание, обязательно попробуйте. Воздушные петли пропускаем, а в столбик мы вяжем. Вот.
как мы вяжем в центре. Вот я дошла до центра, вот столбик без накида, сам уголочек провязываем. И опять также через воздушные петельки в столбик вяжем. И заканчиваем опять столбиком без накида. И получаем вот такую вот интересную шаль, которая очень просто вяжется. Предлагаю попробовать. Я думаю, идея вам тоже должна понравиться, потому что вязание, ну, прям очень простенькое, согласитесь. И в то же время, интересно, мы такую шаль еще не вязали. Огромное спасибо, если довязали, досмотрели ролик до конца. На самом деле это важно. И комментарии тоже очень важны. Обязательно пишите, как вам идея, понравилось, не понравилось. Вязание, ну прям просто, согласитесь. Жду лайков, комментариев. И подписываемся на Яндекс.Дзен, YouTube, Рутюб, Телеграм, чтобы вязать вместе со мной. До новых встреч, пока-пока.